Всем привет, добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня прекрасная солнечная погода, цветут георгины, и кто-то, может быть, подумает, что я снимаю летом. На самом деле у нас сейчас конец сентября. Вот тут котятки у нас играют, Мишка их стережет, чтобы ничего не случилось. Пушок. Это маленькая смурфетка и Анфиска. И сегодня же мы с Антошкой поедем к врачу и заедем на речку. Хотели мы сфотографироваться, поэтому я вам покажу, какие там виды. И да, вот хотела еще показать вот такую вот вещь, которая просто спасает меня. Даша у меня, конечно же, ходит вот по травке самостоятельно, но, как правило, я всегда держу под рукой вот этот поводок детский. Как правильно он называется, не знаю. Но вещь отличная, не наклоняться, не нужно ничего. В общем, я постоянно ее вожу вот за эту вот штучку, не натягивая, конечно же. Дашке нигде не трет, ни под мышками, нигде. Ей удобно, комфортно и, конечно же, мне удобно и комфортно, потому что не приходится постоянно гнуть спину. И синяков у нас меньше, чем у других детей. И вот мы даже на солнышке решили раздеться и остаться с коротеньким рукавчиком, потому что солнце прям очень печет. Пушок нежится на травке. Впитывает в себя последние лучики яркого осеннего солнышка. Мишка к нам пришел. Вот он, Мишулька, да, Мишулька. Мягенький, упитанный, такой красивый котик. Хороший такой котик. Да, Даришка? Да. Ой, как мы его сейчас за хвостик поймаем. Ать-ать-ать-ать-ать. Ой, какой пушистый киска. Возле дома у нас растут несколько сосенок. И вот посмотрите, маслятки. Мы находим маслята уже, правда, не первое. Ни одно ведерко мы собираем. Вот здесь, вот видите, червивые они. Уже так хорошенько их объели. Даже не червивые, а, видимо, слизни, улитки кушают их. Вот так. Это просто здорово, что у нас сейчас держится такая солнечная, ясная, теплая погода, потому что еще буквально 2 недели назад мы замерзали, даже пришлось включить отопление в доме. Бесконечная серость, дожди, было очень и очень холодно. А сейчас мы наслаждаемся вернувшимся летом. Соседи работают. Кстати, обратите внимание на форму одежды. Я не обманываю вас. У нас, правда, тепло. Мы наконец-то спустились к реке Оке. И вот сейчас надо мной как раз находится тот самый мост, который соединяет Каширу и Ступино. Такое зрелище очень интересное. И сейчас очень красивый лес, поэтому мы решили, проезжая мимо, спуститься сюда и сфотографироваться. Сейчас я вам покажу очень красивые места и все наши церкви. Вот он, Антон. Конструкция моста на самом деле такая внушительная, я даже не представляла, пока не спустились мы под него. Вот речка и лес. Посмотрите, какой красивый, да, какие краски. И вот она, вся наша Кашира, именно старая Кашира, Кашира 1, она вся как на ладони.
И давайте я вам покажу мост. Кстати, не одни мы, видите, здесь рыбаки сидят, тоже любуются красотами. Вот так вот выглядит сам мост, соединяющий Ступино и Каширу. Это именно автомобильная дорога. Мы поднялись по лесенке на мост, чтобы можно было показать более красивый вид. Лето продолжается. Сегодня у нас снова очень тепло и солнечно, правда, немного ветрено. Сегодня 27 сентября. Показываю вам свои яблоки. Очень вкусные. По-моему, это сорт Лоба. Это зимние, но они такие сочные и классные. Мы вчера из них сок делали. По всем прогнозам, это последние солнечные теплые денечки этой осени. Но, в принципе, и так хорошо нас осень порадовала теплом, куда еще больше. И за это спасибо. Георгины. Посмотрите, у нас даже распустились васильки. Обычно они цветут по весне, и пчелки работают. Наша Маруська, сегодня мы сняли с нее жилетку-попонку. Да, еще через 2 дня снимем шов. Рана после операции очень хорошо зарастает. Анфиска отдыхает. А самочувствие кошки тоже хорошее. Все как и должно быть. И уже вовсю играет. Чего, нет? Не играешь? Давай покажем наш животик. Вот видите, сам шов, нитки. Все чистенько, все сухо. И через 2 дня мы все это уберем. И вот смотрите, даже розы цветут. На этой красивой ноте я с вами попрощаюсь. Желаю вам хорошего солнечного настроения, и пусть лето никогда не заканчивается, особенно в вашем сердце. Всем пока, до новых встреч на моем канале. Обязательно увидимся.